Я хочу, чтобы меня судили не современники, а потомки. Пусть знают мои черные и белые дела. И вынесут свой, может быть, нелицеприятный приговор. Я вас понимаю, но игра еще не окончена. И еще не придуман такой тайник, откуда невозможно было бы эти письма снова выкрасть. И Шатардип, и Листоков сделают для этого все возможное и невозможное. Да, Листок высоко взлетел и видит себя новым Бероном. Но я ему не позволю этого, потому что он служит прежде всего себе, а я служу России. А потом себе. Ты прав, игра еще не окончена. И потому нет-то никого более надежного, чем... Чем? Пусть эти бумаги хранятся в Париже, у кардинала де Флери. Он так жаждал их прочитать. Я вас не понимаю, ваше сиятельство. А мы подбросим Шатарди фальшивые письма, а для достоверности пару настоящих. Вот эта расписка и письмо английского посланника предоставлено.